Говорю то, что тут я не буду рассказывать подробно про все эти ресурс-паки для скайверса. Я их покажу, но подробно рассказывать не буду. Потому что я это видео снимал с Егором, а кто знает Егора, тот, ну, вы понимаете, то, что типа с Егором снимать какой-то серьезный ролик не получится. Но, несмотря на это, все равно все названия я показал, и ссылки тоже есть в описании, если я, конечно, не иду. Вот, а так я их, конечно, показал. И по поводу бана я расскажу в конце видео, если просто кому-то интересно. Бывает. Жизнь огорчения. Что-то надо начать ролик с того, что мне сказать привет. Ну, а не с того, что меня сейчас убьет собака. Ладно, качественный контент. А я Егор Крутой Контент. Да. Плюс 11, 10, 8. Сегодня я вам покажу топ ресурс паков для PvP. Очень Егором. Крутые. Первый ресурс пак Apple Sandwich. Так, не понял. В смысле? Чё? Уже минус нашел. Как они сейчас убьют, потому что это боты. Понял. Мы наблюдаем за семейством. Утка носом. Ну реально крутой. Да, окей. Как я. Я, наверное, не буду ничего озвучивать, просто смотрите, если интересно. Да. Смотрите, какое тут прекрасное небо. Какие тут прекрасные облачки. Какое прекрасное. А. Квадратное. Я всё. Буду молчать. Просто... Да, помолчи. Просто спасибо. Тут очень красиво небо. Я из-за этого его и вставил. В основном. Ну ладно, бывает точнее огорчение. Ах ты! Это мое, отдай! Мое! Все, пока. Ой. Заскамил, все золотаю. Вормик такой, ну. Это все клевета. Вот да, я блин, сейчас мод. Помоги, иди сюда. Ладно, я тебе помогу. Там нет, блин. Так вормик. Ладно, больше не буду лезть. На самом деле я не бот. Егор, крутой контент. Второй текстурпак, да? Все? Да. Ну, я его уже включил, как так? Это же магия монтажа. Вот он. Я не. Простите, конечно, за название. Я не знаю, найдете ли его нет, но вроде по описанию можно найти. Просто я его очень долго скачал, я с ним играл полгода. Оп. Егор, не надо говорить, что это не ты. Это Егор, а не я. Где центр? Да куда ты лезешь-то? Пропусти про. А. Спасибо, Егор. Ты крутой друг. Ты меня спас. Это ты пикаешь на монтаже? Давай. Давай. Вот. Блин, крутой текстурпак. Тут броня очень хорошая. Наработанная. Да. Новый мем 2020 года. Надо следующий показать. Тут что ты делаешь? Это мой любимый, кстати, первое место. Ок. Все, я что-то поставлю. Нет, они же меня сейчас убьют, блин. Ну и ладно. О, Богдан звонит. Прям под видео. Да, вообще круто. Алло. Нига, алло. Да, привет, друг. Привет. Я Пук. Окей. Алло. Алло, чё? Мы, короче, просто сейчас ролик записываем, и он сейчас сказать. Кто я? Кто? Что? Я имею в виду, да. А вы про что ролик записываете? Мы про текстурпаки. Он с вами. А я уже почти все записал. Бросили. Я думал, опять ты с Егором, да, меня бросил, я с Ищем. Чё? Мы просто снимали видео. Да вы как всегда, блин, без меня снимаете вообще. А меня подвезёт нельзя было? Мы текстурпаки снимаем там. Я просто всё говорю, а Егор молчит. Егор, ты же должен молчать. Так, ну теперь по поводу бана, который произошёл вот на этом прекрасном режиме, небагованном. Античит тут работает отлично. SkyWars, который мне забанили на 8 часов. Я бы просто не снимал этот ролик, если бы, ну, бан бы прилетел хотя бы за что-нибудь. А так он типа без причины. Потому что я просто бежал на противника, ну, я там все рассказал, это не важно. И плюс к этому еще за четвертый уже бан. Ну, за четвертый инцидент, если мне найдут читы каким-то образом, хотя я вообще их никогда не использовал, то бан будет перманентный. Но я не хочу, типа, эти инциденты просто так фармить. Поэтому на третий инцидент я пожаловался тоже. Там был бан на 8 часов. И меня его сняли и забрали инцидент. Поэтому если мне опять каким-то образом случайно идут читы, то меня не навсегда забанят, а хотя бы на 8 часов. Спасибо. И все. Ролик закончился, кстати. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будете такими же профессионалами, как Трава.